Тот редкий случай, когда и выпуск в целом, и тема, они имеют совершенно конкретный информационный повод. Сразу скажу, что это первый из двух выпусков запланированных. Нобелевская премия была присуждена за новое научное направление, за метод. Мне бы хотелось протянуть такой мостик между очень важным направлением биологической антропологии, главным, таким наиболее стабильным видом человека является Homo erectus или пятикантроп. 1 800 000 лет назад там жил кто-то очень человеческий. И кроме того, у нас появилась совершенно уникальная возможность исследовать материалы очень плохой сохранности. Опирались на совокупность анатомических признаков. Вот что такое древняя ДНК сегодня?